Всем привет, с вами Полли, и сегодня мы снова будем говорить о трех известных фотостоках. Если тема фотостока вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Я вам расскажу, сколько людей из каких преимущественно стран посещали эти фотостоки в прошлом месяце. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Motion Elements, PNG3 и 2020. На Motion Elements был значительный спад посещаемости на 9,41%. Общее количество визитов 507 тысяч, процент отказов 35%, довольно низкий, 11-12 страниц за визит и средняя продолжительность визита больше 7 минут. Вообще показатели на Motion Elements довольно хорошие. По странам: Республика Корея 29,71%, Япония 14,13%, Тайвань 7,5%, США 6,41%, Бразилия почти 4%. Сравним с посещаемостью в апреле. Республика Корея 23,83%, Япония 16,79%, Тайвань 9,39%, Россия 5,5%, США 3,63%. Мы видим, что в топе стран в мае вместо России Бразилия, и США с пятого места переместились на четвертое. Также мы знаем, что у них значительный спад посещаемости, то есть какие-то изменения есть. Я не уверена, но возможно за счет того, что они перестали сотрудничать с Россией, наверное, вот этот процент, 9,5%, наверное, именно оттуда как бы и ушли посетители. На PNG3 тоже был небольшой спад посещаемости на 2,24%. Общее количество визитов 10 400 000, процент отказов 42%, 4 страницы за визит, средняя продолжительность визита больше 3 минут. По странам: Индия 8,43%, Бразилия 7,68%, США 6,83%, Индонезия 6,5%, Мексика 4%. Сравним с посещаемостью в апреле. Индия 9,61%, Индонезия 7,36%, Бразилия 7%, США 6,76%, Мексика 3,69%. Мы видим, что Бразилия, США и Индонезия поменялись местами. Также есть небольшой спад посещаемости, но будем наблюдать за PNG3 дальше, в следующие месяцы. На 2020 был значительный рост посещаемости на 8,16%. Общее количество визитов 779 тысяч, процент отказов 40%, количество страниц за визит 10-11, средняя продолжительность визита больше 5 минут. По странам: США 16,5%, Беларусь 10,7%, Великобритания 7,11%, Россия 5,75%, Украина 4,5%. Сравним с посещаемостью в апреле. США 18,84%, Беларусь 8,13%, Великобритания 7,5%, Колумбия 4%, Бразилия 3,93%. Мы видим, что в топе стран появилась Россия, и у меня вообще такое, знаете, субъективное ощущение, что с Motion Elements это все количество перешло на 2020. Видимо, они с Россией продолжают сотрудничать. Вот, мы видим, что также появилась здесь Украина в топе стран. Вообще значительные изменения, рост посещаемости. То есть на 2020 вроде как все хорошо, но тоже не очень стабильно. Так что тоже будем за ними наблюдать в следующие месяцы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы на этих фотостоках и насколько успешно они продают там ваш контент. Благодарю вас за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!